Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA 5, все как всегда. И как ты понял по названию, по первым роликам мы опять записываем такой же ролик, как выходил буквально месяц назад. Чего я смог добиться за 100 часов, только сегодня будет, чего я смог добиться за 200 часов и за 1000 уровней. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну что, по сравнению с прошлым роликом, в этом ролике будет и много тачек, и много денег. Так что, начинаем. Как и в прошлом ролике, мы начинали из автомобилей. Поэтому давайте начнем из автомобилей и здесь. Значит, первая тачка, которая нас встречает, это Mercedes-Benz G500, как бы гелик G63 в обвесе, вот такой вот красивый, который мне подарили из-за того, что я открывал 400 кейсов, мне не выпал гелик, и мне подписчик решил, давай я тебе подарю на номере АМА 37-99 вот такой вот гелик. Ну сколько гелик такой стоит? 14 вроде, да? Ну еще номер. Ну я не знаю, сколько этот номер оценивать. Типа 8 его ГОСКа. Ну хз, может он больше ГОСКи стоит. Ну прям реально хз. Давайте оценим 22 миллиона гелик. Не знаю, пусть будет 22 миллиона. Может дороже, может дешевле, я не знаю, но по крайней мере я его продавать не буду, поэтому 22 миллиона гелик пойдет. Конечно, у него ФТ стоит 700 тысяч, ну да ладно, 22 миллиона, вот такой вот гелик. Убираем один гелик, спамним мы второй гелик, да, кто не знал, у меня есть два гелика, где он? Сейчас эвакуаторщики сюда съедутся все. У меня есть еще один гелик, давайте его поставим, в принципе, возле этого. Тот был на белом салоне, этот на красном. И у этого есть, как бы, перламутр такой серый, он как бы серым отдает, тут прям черный, а этот прям серый тоже. Точно в таком же тюнинге, только на обычном номере. Я сначала хотел поставить номер, но потом передумал. Чё, этот гелик мы оценили в 14, давайте тогда и этот оценим в 14. Добавляем в калькуляторе 14 лямов. В итоге у нас уже выходит 36 миллионов. Дальше. А, дом, бизнес я так и не купил. 100 часов прошло, я так и не купил. Потому что я не вижу смысла покупать бизнес. Ну, может и есть смысл, там какой-то 150 тысяч в день, ладно. Он, ну, 100 тысяч в день, ладно, он есть. Но покупать дом, который там 1 или 3, 1, 2, 3 места, я не помню сколько там, по 5, по 6 лямов, ну, я не упоротый настолько. Поэтому я лучше подожду, администрация, скорее всего, добавит либо квартиры, либо новые дома, я тогда куплю просто с ГОСа. Вот, значит, спамним следующий автомобиль. Это BMW M5E60, который вроде не было в том ролике. Мне подарил ее Андрюха, тоже подписчик. Получается, три тачки уже мне, блин, три тачки подарили. Ну, короче, M5E60 на номере OMR 123-98. Покупал его за лям. E60 бесплатно. Ну, сколько такая тачка? Ну, 3,5 стоит. Поэтому давайте до 36 миллионов добавим еще 3,5. Дальше. Дальше у нас есть Mercedes-Benz W126. Этот Mercedes мы покупали в одной из самых последних серий по CCD. Покупали его новым за лям, поставили номер за лям. Ну, я думаю, ну сколько? Ну, его где-то лям можно слить, может даже немного больше. Поэтому давайте просто лям добавим, потом, если что, округлим. Вот такой вот Mercedes на перламутре, такой он коричневый, на бебосах. Хотя мне многие говорили, что это странно, типа, видеть эту тачку на бебосах, но смотрится она охуенно. И вроде последняя тачка, да, это чувство, когда свой автопарк, не знаю. Это автомобиль Mitsubishi Lancer Evo 9 вроде, да? Ну да, 9 у меня. Офигенный, который мне подарил подписчик. Блять, в итоге с 4 автомобилей у меня, вернее, с 5 автомобилей у меня 4, которые подарили мне подписчики. Понимаю. Не знаю почему, но прям на CCD мне все дарят, а на других серверах нет. Чудо же обидно. Это Mitsubishi Lancer 9 поколения, который мне подарил Саша Джонс. Вот вставочку, в принципе. Офигенный Lancer, он сказал, его не хочет продавать. Он просто взял мне, подарил Lancer вот такой. Ну офигенно, кстати, заехал там на Лансере столько тюнинга, там передних бамперов что-то штук 6, задних бамперов штук 6, спойлеров там, юбок, расширений прям очень много. Ну сколько он стоит? Я даже не знаю, сколько он стоит, ну лям, полтора, вообще без понятия. Лям 950 он стоит? Нихера. Ну сколько? Ну ляма полтора, я думаю, можно добавить, поэтому давайте полтора ляма добавим. И в итоге уже чисто автомобилями я собрал 42 миллиона. Охренеть. Это чисто две тачки вот эти передние как бы зарешали вот эти. По
Почему я палец не могу показать? Что за дичь? Так, что дальше? Дальше у меня было 10 тысяч леденцов. Ладно, про этого я просто молчу. Вот этот Дед Мороз грёбаный, как бы уже зима ушла, уже все нужно убирать. Здесь еще елка стоит, понимаю. Обновление нет, делать нечего, поэтому что? У меня сейчас уже 1078 уровень. При достижении 1000 уровня вам просто его снимают, как в Форзе, при достижении как бы 200 уровня. Вам просто пишется как бы звездочка 1, и уровень теперь светится каким-то цветом. Например, я сейчас напишу что-то в чате, вот, например, привет, и мне пишется 78 уровень, и в квадратных скобочках как бы единичка, это означает, что у меня 1000 уровень уже. Там двоечки, не помню, синий цвет или красный, там синий, короче, у каждого есть свой цвет. По инвентарю, что у меня есть по инвентарю? Инвентарь. У меня здесь есть куча всякой одежды, ну как всякой. Черная, короче, кипарик, рубашка, вот это Supreme за кристаллы, у меня есть еще где-то, вроде, да, черный пуховик. Это давайте снимем сюда, это сюда, кью. Ну, короче, еще такой пуховик есть. Вроде он за донаты, не помню, за леденцы вроде был. Неважно. Да, в принципе, по одежде все. Многие спросят, чем ты еще можешь нас удивить. Ну, как бы у меня есть еще 95 миллионов на банке. Почти 100 миллионов, офигеть. Вот, и 600 тысяч на руках. Давайте, а это посчитаем. А, я же инвентарь до конца не посмотрел. У меня же там есть еще эти оружия. У меня есть 2 МП5 и есть дробаш. Ну, сколько? Давайте вместе 400 тысяч добавим чисто до рук, чтобы было плюс-минус. Вот, и уже наш бюджет насчитывает 138 миллионов. Вроде ничего не забыл. Это посчитали, персонаж. А здесь, да. Фишки я обменял. И что? А, F10. Сейчас у меня в наличии 388 кейсов, но мы эти кейсы копим до 1000 штук, и потом делаем стрим, и открываем на стриме 1000 штук, и пытаемся выбить этот грёбаный гелик. Поэтому что, у меня в принципе на этом все. Вторая сотка часов была апнута просто на изи. Где это все заработал? Перекуп, кейсы и выполнение заданий, в принципе, больше ничем я не занимался. Ждем обновления, когда на сети добавят что-то новенькое. Ну, короче, за 100 часов я успел накопить тогда 37 около миллионов. Сейчас у меня 137 миллионов. А, гель куда пропал, понимаю. Короче, за 100 часов 100 миллионов. Нормально. Перепродажа, кейсы, задания. А мне, в принципе, на этом все. Поставь лайкос, напиши любой комментарий. Помоги продвинуть этот ролик в топ. А что тачки подумающий сайт, я понял. Подписывайся на канал, нажимай на красную кнопку, обязательно делай ее серой. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.